Третья версия популярного недорогого MediTower корпуса от DeepCool с поддержкой материнских плат формата EATX. В этом видео познакомимся с DeepCool Matrix 55 в модификации без вентиляторов и без блока питания. В нашем магазине вы также сможете приобрести модификацию с тремя вентиляторами с RGB-подсветкой. Данный корпус поставляется в картонной упаковке, где также найдем комплект крепежа для установки материнской платы и других комплектующих. Теперь о дизайне. Шасси корпуса выполнены из стали толщиной 0,6 мм, левая боковая панель из закаленного стекла, а лицевая панель комбинированная, правая узкая часть панели пластиковая, левая из закаленного стекла. Внешние размеры составляют 48 на 45 на 21 сантиметр, а вес почти 7,5 килограммов. На верхней панели расположена кнопка питания, кнопка управления подсветкой, пара аудиоразъемов и три порта USB, один из которых высокоскоростной стандарта 3.0. Обратите внимание, что выделенной кнопки Reset тут нет. Рядом мягкий полевой фильтр с магнитным креплением, который прикрывает посадочные места для верхних вентиляторов. Внутреннее пространство корпуса разделено на две зоны. Снизу есть место для установки блока питания и корзина для двух накопителей. Они отделены от остального пространства кожухом. Особенностью данной версии корпуса является поддержка материнских плат формата EATX. Также на поддоне материнской платы имеются два посадочных места для накопителей формата 2,5 дюйма. Что касается охлаждения, то в данный корпус можно установить спереди три вентилятора диаметром 120 или 140 мм, два аналогичных сверху и один вентилятор на 120 мм с тыльной стороны. Также корпус совместим с системами жидкостного охлаждения с радиатором размером 120, 140, 240, 280 и 360 мм. Наконец, поговорим о совместимости с остальными комплектующими. Максимальная длина видеокарты при обычной горизонтальной установке составляет 370 мм. Также при покупке опционального крепления видеокарту можно установить вертикально. В этом случае длина будет ограничена цифрой 340 мм. Максимальная длина блока питания 170 мм, а высота процессорного кулера 160 мм.